Итак, всем привет-привет, и сегодня к нам пришел очередной телефончик, и сейчас мы посмотрим, что нам здесь пришло. Так, это, я думаю, можно разорвать и руками, без использования острых предметов. А, так, смотрим у нас, что там у нас за коробочка, так варварски разодрали все это дело. Это у нас мусор, откладываем в сторонку. Так, такая вот у нас коробочка синенькая. Вот такой вот у нас пришел. Что-то тут непонятно. То ли Е72. Да, Е72 тут. Он больше на 12 похож. Ну ладно. Так, открываем содержимое наше. Тут у нас сервис-карт. Так, это наш телефон. Тут у нас комплект такой, как всегда, не особо богатый. Это наушники обычные. Это USB кабель микро и зарядка тоненькая. Вот такая. Ну и какой-то тут какой-то типа мануал. Что-то такое непонятное. Ну да. Контент. Типа мануал. Так, ложим все это назад. Откладываем в сторонку, достаем наш телефон. Ага. Так, тут у нас Е72. Вот такой вот у нас аппаратик пришел. Такой черный с серебряным, клавиатура у нас такая вот, с русскими буковками, по идее, должна быть, да? А ну, сейчас посмотрим. Да, русские буквы есть точно, вот, Ж, Э, так, смотрим внешний вид у нас, что тут у нас, там все очень даже неплохо выглядит. А ну-ка заглянем вовнутрь, что там у нас, да как. Открывайся. Что-то туго открывается. Как же тебе так открыть? Короче, туго открывается. Сейчас не знаю, как там его открывать. То посмотрим. А ну еще раз попробую. Хрен там попробую. А что-то было непонятно. Короче, очень туго открывается. Потом открою, короче, ладно, не буду вас тут томить, однако. Такие вот у нас разъемчики тут, как всегда. Сейчас попробуем его включить. Попробуем включить. Где тут кнопка включения у нас здесь? А ну-ка. Так. Или разряжен, или, скорее всего, батарею заклеили, чтобы она по дороге не включалась. Так, поэтому я сейчас ее, в общем, или заряжу, или, в общем, сейчас открою и посмотрю, что там. А пока выключу камеру. Итак, все, как я и говорил, собственно, тут заклеили, получается, вернее, закрыли вот такой вот штучкой контакты на батарее, чтобы она не срабатывала во время этого самого перевозки там или чего-то там. Ну и, соответственно, плотненько здесь было, поэтому крышечка плохо открывалась. Сейчас нормально. Так, сейчас надо выставить русский язык, посмотрим, что у нас здесь с русским языком. Так, где тут у нас, это что у нас такое? Так, ремонт. Так, где тут у нас меню? Заходим в меню наше. Так, настройки, control panel, funnel, setting, general, personal, security, personal, наверное, display, tunes, settings, language. Автоматик, русский, украинский, English, румынский есть. Так, выставляем русский язык, сейчас он перезагрузится, и будет у нас снова русский язык. А пока внешний вид, вот такой, камера у нас 5 мегапикселей, вот такой вот у нас телефончик. Выглядит очень хорошо, сборка хорошая, ничего. Это же часы у меня трясутся. И насчет это там трясется, но не пойму что. Так, ладно. Так. В принципе, что тут еще проверять? Собственно, телефон хрен знает какого года. Проверять тут больше нечего, собственно. Wi-Fi, по-моему, здесь есть, да? Нету? Есть, нету. Да, есть Wi-Fi. Интернет можно шариться, все дела. Тут у нас телефончик такой, то есть этот сайт. То есть не телефончик, а циферблат часов, так что, ну, собственно, и все.
Меню у нас все русифицировано. Все на русском. Вот такой вот у нас оригинальный Nokia E72. Металлическая. Так, корпус у нас тут пластиковая рама. Вот. Вот такой вот клава с подсветкой у нас. Все набирается, все отлично. Ну, хороший телефончик. Мне нравится. Очень даже ничего. Вот такой вот. Так что, вот такие вот дела, ребятки. Такие телефоны у нас пришли сегодня. Вот. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, пока. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!